В Углегорском районе продолжается долгожданная реконструкция дороги, ведущей в райцентр. Рабочие расширяют полотно, чтобы позже полностью заасфальтировать плачевный участок. Двухэтапная реконструкция трассы Невель-Стамарей аэропорт «Шахтерс» началась еще в прошлом году. Дорожники уложили почти 7 километров асфальтобетонного покрытия в Тамаринском муниципальном образовании и перешли к Углегорскому району. Закончили работы по строительству на Белинске, километр 201-210. Сейчас принялись за Углегорский участок. Расширяем существующее полотно, дальше будем отсыпать скальным грунтом, ну и щебень, асфальт. О плохом состоянии дороги заговорили жители Углегорска на встрече с Валерием Лимаренко. Кочки, ямы, ухабы вредили машинам и доставляли дискомфорт пассажирам. Дорога действительно была в плохом состоянии. Хорошо, что начали наконец-то заниматься, да, потому что на ремонт там машины уходило много денег. Постоянно по этим кочкам машина, ну, в общем, в плохом состоянии она была. Мы в тот раз доехали до Шахтерска и приехали сюда, на мойку тоже не попасть. То есть, ну, машина просто грязная. Ну, ужасно, ужасно. Трассу Невель-Стамарей аэропорт «Шахтерс» приводят в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» по инициативе президента. Работы находятся на особом контроле у губернатора. Всего в районе реконструируют участки от райцентра до моста через реку Углегорку, а также от Шахтерска до аэропорта. Их общая длина 7 километров. На продолжение реконструкции трассы Невель-Стамарей аэропорт «Шахтерск» из федерального бюджета дополнительно выделили 500 миллионов рублей. Изначально работы должны были завершить к 1 октября 2024 года, но благодаря финансированию реконструкция трассы завершится раньше срока. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, телекомпания ОТВ.